У меня просто моя Мазерати сломалась. Я в маршрутках, в автобусах никогда не ездила. Там вообще комфортно? Не очень. Там душно и тесно. Там хотя бы освежитель, увлажнитель воздуха, кондиционер. Ничего такого нет. У меня просто на Рублевке даже в лифте есть. Ну, это не Рублевка. Людей не берегут совсем, я смотрю. Я все контролирую. У вас там как вообще, комфортно? Там вообще одно пространство у вас или есть VIP-места, могу купить какие-то? У нас больше. Мне придется со всеми людьми вместе ехать? И мало того, еще которые будут стоять, могут на два ниже висеть. А если они меня, ну, как заразят нищетой? Все может быть. А еду, напитки хотя бы разносят у вас? Девушка, у нас ходить даже негде будет. Так вот, килька в консервной банке. И что, люди не жалуются на условия и сервис? Интересно, а что у них есть выбор? У меня же есть выбор, на Мазерати поехать или на Феррари. А у них выбор, или пешком иди, или на этом ехать. И сколько стоит этот ад пережить? 100 рублей. А если вы меня одну повезете? Нет, девушка. А мигалки есть у вас, чтобы мы без пробок домчали? Мигалок у нас никаких нет. Это, к сожалению, не моего уровня транспорт. А если пешком пойду? 12 ночи приедете. Дорога дальняя предстоит, заправиться есть здесь? Ресторан какой-то мишленовский. Каких вещей здесь нет?